На новой набережной озера Соленого в Находке осталось внести последние штрихи. Сейчас укладывают плитку и асфальтовое покрытие, заканчивают процесс озеленения. Отстроенная часть площадки уже принимает гостей. Нам все нравится. Ну, то, что еще пока не доделано. Ну, вообще детям нравится очень, что можно прокатиться. Детям на площадке, вот у меня маленький любит кататься, старший любит на самокате здесь кататься. На велике можно покататься, очень хорошие здесь развязки. И это, можно сказать, будет самым лучшим местом в нашем городе. Когда откроется все, как можно назвать это остров, да, когда он сделается весь, я думаю, здесь мы будем проводить намного больше времени. На самом деле с годовалым ребенком пока еще неудобно гулять, потому что здесь больше площадка для детей постарше придумана. А так, ну, в целом, все равно есть где ползать. Тут рядом дома, у которых нету площадок, и вот они могут прийти сюда и насладиться этим красивым видом. И погулять на площадке, хорошо провести время. На набережной уже установили памятник Петру и Февронии, подготовили места для торговых павильонов и туалетов с подсветкой и антивандальным покрытием. Кроме этого, на площадке появится уличный батут и уникальный памп-трек с тремя фигурами – восьмеркой, кольцом и бетонной площадкой. Тут интересно все. Тут ни одного квадратного метра, так скажем, не прошло без участия. Можно еще наполнять и наполнять. Я думаю, в последующем мы тоже какие-то моменты учтем. Но на сегодняшний момент здесь очень много чего предусмотрено. Масштабное благоустройство набережной – часть комплексного плана развития Находки. Увидеть полностью готовый проект горожане смогут уже через месяц.